Всем привет, дорогие друзья! Всем привет из Канады! Я сегодня иду в КОС. На самом деле я собиралась пойти в Зару. Давно мы не были в Заре. Но дело в том, что там еще распродажа идет, и там такое будет смертоубийство. В примерочную не зайти, ничего не померить, ни к чему не подойти. Везде будет полно народу, и я просто... Там же есть новая коллекция, но я хочу подождать, когда кончится распродажа, чтобы можно было спокойно подойти, что-то померить. Поэтому я решила сходить в КОС. Но я вижу, что распродажа в КОС уже закончилась. Ну и ладно, мы с вами что-нибудь померяем из новой коллекции. Что-то очень красивое зеленое. И оно $190. Это такое платье. Такое зеленое, длинное, трикотажное платье. А вот, кстати, я прошла мимо. Очень симпатичная сумочка. И новые украшения. Ну, такие. Везде уже давным-давно продаются вот эти цепи и вот эти вот сережки с жемчужинками. Такие сумки тоже уже в КОС были. Вот. Много я вижу зеленого, чему я, конечно, рада. Там на витрине стояла девушка в зеленом комбинезоне. Вот. И давайте будем рассматривать, что у них есть нового. Очень красивая блуза. Посмотрите, какая красивая блуза. Потрясающе красивая блуза. $135 она стоит. Так, ну вы знаете, что я вам хочу сказать, что то, что у нас в Канаде, ну вот это вот мы уже видели вот это платье, они, кстати, уже появились давно, но просто они все еще не на сейле. Да, я хочу сказать, что то, что у нас в Канаде как бы новое, так везде, в других странах, в Европе, это уже все хорошо забытое старое, потому что у нас вещи висят, которым по 2-3 года. Такое платье, похожее, $175, я примеряла... по-моему, другого цвета, или показывала вам, вот я точно не помню, но не помню. Так, что у нас тут еще интересного? Вот это мне интересно, что это юбка, это такие брюки, видите, такие брюки килот, и как будто брюки-юбка за $150, интересные. И вот такие вот хлопковые льняные, наверное, вот такие вот симпатичные брючки. Оранжевые шортики же. Черное такое же платье, как бы светлое вот это вот. Ну, я не буду так прямо обзор, потому что на самом деле новых вещей не так уж и много. Все вещи, которые я вам здесь вижу, я уже, по-моему, вам показывала. Я просто вот сейчас поснимаю быстренько, чуть-чуть. И потом мы с вами пойдем что-нибудь примерим. Платьице такое, распродажи нет. И ладно, вот это, по-моему, новое что-то. Вот такое вот платье. $175. Темно-синее, вот такое вот платье с воланами. Ну, на самом деле, еще вещи все такие, знаете, еще все по-прежнему летние. Сарафаны. Ну, это, кстати, во всех магазинах. Я почему-то, вы знаете, такое ощущение уже, что вот уже осень пришла. А на самом деле осень совсем еще не пришла, и в магазинах очень много вещей еще летних совершенно. Ну, вот такое платье интересное. Может быть, примерим его. Широкое такое, с бантом. Я люблю такого типа вот эти платья в КОС. Рубашечка такая поло. Симпатичная. А вот это платье на манекене. Их много, видите, весь магазин ими завешен. Там в другом углу оно висит. Здесь вот я вижу, это юбка или тоже брюки. Нет, это тоже такие брюки-килоты широкие. И к ним вот предлагают носить вот такой вот топик коротенький. Но это уже такая больше осенняя коллекция. Вот такое платье. Типично косовское, такой минимализм. Очень 190. С карманами, широкое. Все на пуговицах. Интересное. Зеленое, по-моему, вот это мы уже видели. Да, с бантиком. Я вам уже показывала. Там, кстати, вот мужской отдел. Там такие красивые висят свитера.
Видите, в мужском же есть свитера, но мы в мужской не пойдем. В женском тоже есть, но они... Вот видите, в мужском уже свитера. Вот свитера в женском, но они короткие. Вот эти платья тоже снова они висят. И вот такая уже осенняя, типа плащик-накидуха такая. Интересная такая штучка. За $175. И она вот такая вот интересная. Симпатичные брюки на высокой посадке, такого защитного цвета. Вот такие мне бы пошли, я думаю. И симпатичный свитерок, тоже зеленого цвета. Вообще зеленый цвет продолжает рулить за $135. Он такой, видите, не очень длинный, совсем, я бы сказала, коротенький. Шорты вот такой же расцветки. Кофточки такие с длинным рукавом. Вот что-то такое черное. За... Сейчас. За 175. Какой-то такой, как будто бы платье, но это не совсем платье. Да, платье, собственно говоря. Вот такое вот черное платье, но это тоже уже новое, и это зимнее. И вот это вот, насколько я понимаю, новая блуза. Блуза. И брюки к ней. Они надеты на манекене. Симпатичненькое. Вон там на манекене, видите, они надеты. Костюмчик. Костюмчик. Ну и здесь там что-то такое. Вот манекен в джинсовке, в юбке. Но это уже, да, больше такое зимнее. Черное, мрачное. Ну вот так вот. Особо больше ничего нового нету, девочки. Пойду я, видите, распродажу забрали все. Пойду я посмотрю, что примерить. И мы с вами пойдем в примерочную. Вот это уже прям зимние-зимние кофты. Как всегда, в кос вот эти вот их кофты за $175. Это... Я знаю их, это шерсть с махером и вот такие вот хорошего качества. Они бывают разных цветов, но в данном случае сейчас пока что она черная. Всем привет, дорогие девочки, всем привет из примерочной из КОС. Я пытаюсь прикрыть свой драный чехол на телефоне, мне так стыдно прям. Мне нужно сходить в Apple, мне сказали, что у них гарантия на всю жизнь на их чехлы. Это Apple-совский чехол, он мне порвался за 2 года. Вообще, качество ужасное. Стоил дорого, стоил долларов 70, наверное, 60. И за 2 года, меньше чем за 2 года, он у меня порвался. Теперь я пойду в Apple и получу новый, но вот никак не соберусь, поэтому вот прикрываю ручками свой драный чехол, потому что это прям так некрасиво. Так, ну не важно, мы сейчас с вами в КОС. Я взяла такое все, видите, такое зелено-бежевое. У меня все вот опять пошло в какой-то в одной тон, в одном тоне. Вот эта блуза, мне очень хочется ее примерить. Она такая интересная. И свитерок симпатичный, очень красивого цвета. Платье вот это интересное. 2 пары брюк я сегодня принесла, видите, необычно для меня. 1 платье только. Ну, у них, знаете, не очень много чего есть сейчас. Распродажа кончилась, осталась новая коллекция. Сейчас такая межсезонье между летом и осенью. И как бы осенних вещей еще мало, а летних уже тоже они как-то убирают потихонечку. Ну, короче, в общем. Так, на мне быстро показываю, очень быстро на мне платье. Босоножки золотые. Пояс такой золотой. И, видите, он такой сделан из... такого, как будто такая цепочка, и у меня такая же вот винтажная ну, ожерелье, цепь, я не знаю, как это назвать, точно такого же, видите, как точно подходит. Ну и сережки золотые мои, вы знаете, наверное, удобные, легкие, я их очень люблю, подарок, между прочим. Платье, кстати, я сегодня снова надела заодно наперед, потому что оно, знаете, такое вот так вот под горло, а это сзади. И я так не хотела под горло, я перевернула, одела вот этим вот застежкой задней вперед. Получился такой небольшой вырезок, не такое оно прям как монашеское закрытое. Мне так даже больше нравится. В общем, люблю я носить все задом наперед. В общем, вот такое вот платьице. И вот такая вот я сегодня. Все, давайте примерять. Так, ну я брала это платье, я знала, что оно мне будет хорошо. Я люблю такие фасоны, вот эти вот косовские, знаете... Ну, вы знаете, да, сверху оно так, в общем-то, прилегает. И от груди оно очень сильно расклешается. Это 4-й, по-моему, размер.
Я знаю, что эти платья у них очень большие, широкие. Я всегда беру где-то 4-й. А так, в принципе, я ношу у них 8-10 вкус. Брюки мне точно 10-й. А такие платья облегающие тоже. Платья чуть пошире 8-й. Но вот такие платья я беру прям 4-ку, потому что они очень большие. И вот 4-й мне, в принципе, нормально, потому что я знаю, что оно должно быть вот такое вот свободное, широкое. Но я не люблю, когда очень много тканей, оно тогда делает еще вас крупнее. Ну, на мой взгляд, вот кто такой пухляш, пухленьких девочек, оно делает фигуристых пухленьких девочек. А такие вот огромные большие мешки делают еще больше. Я как бы не считаю, что полным нужно носить очень широкие вещи, потому что они делают их еще больше. Надо в меру. Да, надо свободные, просторные, ну вот такое вот что-то, знаете, такое полуприлегающее и такое немножечко струящееся, но не такое прямо огромное. У меня есть такие вещи, я грешила этим. Покупала все такое широкое, огромное, большое, чтобы скрыть наросшие килограммы, налипшие. И в результате я в этих вещах, сейчас я понимаю, что я в них выгляжу еще на 5 килограмм больше, чем я есть на самом деле. Они просто меня очень толстят. Смотрите, какой интересный подол в этом платье. Очень интересно сделан подол. Он не просто разной длины. Он еще и как-то немножко вот так вот, немножко, видите, как будто бы такой немножко тюльпаном таким внизу. Правда? Очень интересное платье. Такая очень-очень базовая расцветочка, ни к чему не обязывающая. Опять же, в первый мир, вот за это я люблю косовские платья. Единственное, что в нем нет карманов. Неожиданно, потому что в косе всегда есть во всех платьях карманы. Манжет я закатала, потому что он, получается, мне очень длинный. Вот такой вот. Ну, так тоже можно. Или вот такой вот загнутый. Наверное, синтетика, может быть, вискоза. Я посмотрю состав. Он еще как-то здесь, видите, как-то вот это все отрезано, подол. Интересное платье. Сзади вот так. Беременным вообще в косе раздули. Для беременных девочек здесь прям все прям для беременных и пухленьких. А здесь такой бант. Его можно завязать бантом. Можно оставить вот так вот в свободном полете болтающиеся такие ленточки. Я оставила, потому что эти банты это как-то не, ну, очень официально, а вот так. Можно даже его сделать так, раз, таким шарфиком, половинку сюда, половинку назад, так закинуть. Фантазия. Так, я принесла вот такую курточку, она мне понравилась еще в магазине, когда я снимала, я обратила на нее внимание, я люблю такие необычные вещи, хотела ее померить с этим платьем и, наверное, с какими-нибудь еще брючками померю. Вы знаете, она с этим платьем довольно хорошо сочетается именно вот силуэтом. Потому что здесь такой вот широкий клешный силуэт, такой, знаете, фалды такие, фалды фалдами. И вот эта куртка, пиджачок, курточка, жакетик, очень оригинальная вещь. Вот знаете, вот она вот такая вот, вы понимаете, да? Вот просто взяли, два куска сшили, пришили воротник, пришили здесь такую вот штуку, застегнули вот на такую вот пуговицу. Сзади тоже здесь такая, видите, как типа кокетка. Пришита. И вот она вот такая вот коробочка. Но она очень интересно, симпатично выглядит. Видите, она такими вот так вот как-то... Это one size, то есть один размер. У него нет размеров. Как она сзади выглядит, посмотрим сейчас. Что-то примерно так темно или мне кажется? Так вот она выглядит, так видно, да? Ну, вот такая вот она, в принципе, такая широкий, такой плащик коротенький, такой Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Здесь, видите, сзади вот такая вот эта кокетка расходится, пришита. Я потом сниму, и на вешалке лучше будет видно, я вам покажу. В общем, прикольная такая штука. Вы знаете, функционально, я думаю, что она довольно бесполезная, потому что она, в общем-то, как бы плащ, но как бы она при этом короткая. Такая совсем коротенькая. Но это чисто, вот, по-моему, такая стилеобразующая штучка. Немножко она как-то не сидит, мне кажется. Ну, вот как-то она, ее надо как-то отдергивать все время, потому что все-таки это ткань плащевка, и она такая плотная, знаете, и не очень-то струится. Она, в принципе, должна была бы сделана, мне кажется, из более тонкой ткани, и она была бы более такая, знаете, податливая вот в носке, а так она такая немножко топорщится колом. Ну, может быть, так и задумывалась, я не знаю. Но мне кажется, симпатично. Вы знаете,
Вы знаете, платье вискоза, и это хорошо, но оно безумно дорогое. Оно стоит $225. Представляете, видите, вот размер 4 я примеряла. Что-то даже за $225 даже карманов не сделали. Совсем, что ли, уже кот дурил. Ну ладно, дороговато оно какое-то. Видите, как оно сделано, интересно. Вот видите, вот так вот идет, а потом вот здесь вот оно отрезное. Потом раз, и так как-то сужается к низу, как мне кажется, во всяком случае, вот такой здесь бант. Сзади просто вот этот бант изображает из себя воротник и такая вот слезка. И тоже все вот так вот внизу, такой как будто такой валанок отрезанный. Ну, очень дорогой. Ну, вискоза, конечно, это не шелк, никакой там ничего, ни купра никакой, и $225. И даже нет карманов. Ну да, нет. Такое нам не надо. Шикарно красивого цвета блуза. И вот такие вот брюки, юбка-кулоты. Что-то они как-то или узковаты, или... Да вроде не узкие. Вот вроде как все здесь нормально, но как-то выглядит уж больно. Брюшка меня не облегает. А вообще так юбка-брюки вот такие вот широкие. Очень классные. И блуза вот эта. Значит... Момент. Получилось здесь объемно. Мне кажется, под эти брюки нужна была бы какая-то облегающая такая маечка или какая-то узенькая такая кофточка. А эта юбка, эта блузка, я уже заговорюсь, она такая объемная, широкая, хоть не очень объемная, но вот большие рукава и плюс еще клешные брюки делают из меня коробочку, как мне кажется. Но цвет потрясающий, но фасон не мод. Я хочу сказать, что вот такие вот вещи, вот с таким вот такой вот сборкой ушей, горловины. У меня очень узкие плечи. Мне кажется, что этот фасон мне еще сужает плечо. Мне, в принципе, нужны вещи какие-то более, вот, видите, вот если вот так вот сделать, так, прикрывай свой чехол. Так мне неудобно. Вот если сделать вот так вот плечо, приподнять мне, да, чуть-чуть, то уже будет лучше. А так... У меня и так узкие плечи, а это еще мне съедает. Плюс мне недавно написали, что у меня очень короткая шея, просто вообще нет шеи. Я, вы знаете, никогда не обращала внимания на свою шею, я как-то обращала внимание на другие части своего тела. Как-то я всегда считала, что у меня с шеей все нормально. Вот сейчас я смотрю, действительно, особенно в этой блузке, как-то вообще шеи нет. Да? Да, ну, в общем, короче, очень красивый цвет. Очень приятное на ощупь качество. Фасон не мой, и с этими брюками мне не очень нравится. У меня есть другие брюки, может быть, я сейчас... Ну, в общем, посмотрим. У меня есть еще такой вот свитер, вот такого же цвета, красивого. Еще одни брюки. Может, я эту блузку попробую померить с другими брюками, хотя они тоже такие, знаете, со щипами здесь. Ну, в общем, anyway, брюки симпатичные эти, брюки-юбка, но как-то вот они вот здесь вот мне, как-то вот мне не нравятся. Они тут собираются, складываются. Может быть, надо было размер побольше. Хотя мне кажется, что они, в принципе, нормально. Они такие высокие, высокий пояс. Но видите, вот я стою, и вот тут у меня вот это вот как-то некрасиво складывается. Хотя на вид они мне не... По ощущениям, они мне не малы. Может, просто покрой такой, а может, просто маленький. Не знаю. Цвет, конечно, потрясающий. Мне так нравится. Очень-очень мне нравится такой цвет. Мне кажется, что он мне даже очень идет. Зеленый, красивый цвет. Состав у него 84% лиоцел и 16% полиэстер. Ту же самую подкладка. Видите, она сделана вот здесь вот на резинке. И здесь у нее подкладка, точно та же самая ткань, тот же самый цвет. Здесь у нее резиночка вот так вот от горла. И это был размер... 135 долларов она стоит, размер 6, в принципе, нормально мне, можно было бы и 8, зависит от того, с какой целью ее носить. Широкий такой пышный рукав, здесь тоже резинка, и вся она вот сделана на подкладке, видите, внутри вот под, из той же ткани сделана подкладка, цвет убийственно красивый, просто обалденно. Брючки 70% хлопок, все остальное синтетика, немножко там спандекс, немножко полиэстер, ну, 70% хлопок. $150 они стоят, это был 10 размер. Странно, что они мне как-то немножко маловаты. Как будто бы. 10 мне мало, но вообще-то, да, не знаю, что делать, прям не знаю.
Так, вот такие вот брючки, симпатичные такие, юбка-брюки. Похожий комплект, то есть он совершенно другой, просто цвет похожий. Видите, вот эти вот два зеленых, ну, они так висят в магазине ярко и прямо манят. А такому дурику, как я, много не надо. Я увидела зеленый, еще такой красивый зеленый, и, конечно, меня повело. Свитер, это уже такая больше осенняя история. И вот такие вот симпатичные широкие брюки. Я когда-то примеряла у них брюки черные, похожего фасона. Мне очень они нравятся. Ну вот, на меня просто супер. Мне кажется, это даже восьмерка, и они мне чуть-чуть маловаты, но они явно больше, потому что это десятый. Мне было вот так же на мне сидели, как эти восьмой. У них, видите, очень высокая посадка, высокая талия, что мне очень нравится. Видите, прямо очень высокая. Видите, вот такие вот они высокие брюки. Супер классные. Мне очень нравится такой фасон. Защипа здесь. В общем, классные эти брюки. Если бы я покупала сейчас, я бы купила, наверное, все-таки десятку, потому что восьмой мне чуть-чуть талии маловат. И свитер очень красивый. Он короткий, но вот с такими брюками, видите, совершенно нормально. Можно его носить. Мне интересен его состав. У него как-то так интересно сделан рукав. Такой, знаете, и цвет потрясающий. И вот такое горлышко мысиком. В общем, вот такой вот комплектик на осень уже. Потому что, как вы не хотите, а осень уже на носу у нас. Хотя на улице жара, и еще очень много времени лета. А в Канаде, вы знаете, вообще официально осень наступает 22 сентября. То есть у нас еще август, почти весь сентябрь. И у нас сентябрь действительно очень теплый еще. Вот, поэтому вот так. Но, тем не менее, вот уже как-то все уже готовятся к осени, все блогеры, все уже как-то уже осенние коллекции везде, хотя совсем еще, совсем нет настроения на осень. Но уже, вот видите, понавешали свитеров и их примеряем. Что ж, а давай дай осень. Я еще примерила вот это все это вот с этим вот интересным жакетиком. И это, в принципе, довольно интересное и прикольное такое вот. Такой комплект, согласитесь. Брюки такие защитно-болотного цвета, ярко-зеленый свитер и бежевый вот такой вот тренч. Коротенький, как будто бы тренчик. Классно, мне нравится. Прикольно, правда? Еще ботиночки какие-нибудь такие, эдакие, не босоножки. Будет прямо осенний комплект. Так, 80% хлопок. Я, по-моему, вам бы не показала еще, да? 80% хлопок и 20% какой-то полиэстер или что такое, не помню. Стоит он $175. И это, видите, у него нет размера, one size. Вот так вот он сделан. Интересно. Вот просто вот такая вот сшита. Еще какая-то двойная. Что-то, может, я не так одела. Ну, в общем, здесь какая-то такая двойная система. Вроде бы ничего такого нету. Ну, в общем, здесь вот такая вот застежечка. Здесь такая вот, как у тренча, кокетка. Или неправильно называла, может, это неправильно называется. И сзади, видите, вот такая вот сплошная. Пришита по всей длине, по всей ширине, вернее. Единственное, что не поняла, почему он двойной вот здесь. Видимо, просто вот эта вот штука пришита сверху здесь и делает его. Ну, в общем, неважно. Вот такая вот интересная вещица. Симпатичненькая, очень даже интересная. Брюки 23% лен, 77% лиоцел. И они стоят $150. Восьмой, видите, это восьмерка. И она мне по размеру точно так же, как вот эти, хотя эти десятые, то есть они как-то такие маломерки немножко, а вот эти более такие широкие, ну и в ногах они пошире, хотя эти тоже широкие. Ну, в общем, короче, видите, надо все мерить, никогда не знаешь, что вам подойдет. Вот такие вот брючки, симпатичный цвет, очень такой защитный. Свитерок 100% шерсть. Что хорошо, это был размер large, и стоит он $135. Я вам хочу сказать, в принципе, для 100% шерсти $135 это не так уж и дорого. Все-таки шерсть это шерсть. Он коротенький, правда, конечно, но вот у него такие интересные сделаны. Такая деталь на рукаве. Видите, как интересно. Ну, как бы ничего такого особенного, но в принципе так. Ну, как кос, как всегда. Дьявол в деталях.
Очень красивый цвет, очень симпатично смотрится, мне очень понравился. Сколько раз я 100 раз сказала слово «очень», это вообще меня слово «паразит». Я такой, знаете, восторженный человек. У меня, я всегда употребляю слово «очень» как эпитет. Это у меня такое слово «паразит», которое я повторяю каждый раз по 10 раз за видео. Ну и в жизни так говорю. Вот, ну в общем, рукав реглан, такой низкая пройма, красивый свитер, замечательный, прекрасный. Не буду говорить слово «очень», все. Все, девочки, такие у нас были примерки. Кстати, вот я платье надела правильной стороной. То есть вот этот вперед, там был зад с вырезом. А это вот так вот оно выглядит. Так тоже нормально, в принципе. Но мне захотелось как-то его немножко по-другому надеть, и я его перевернула. А, все, такие у нас были примерки. Сегодня, видите, распродажи уже нету. Уже все, новая коллекция. Дело к зиме. В общем, короче, к осени. Хотя еще совсем не хочется осени. Еще у нас тепло и жарко. А я с вами была Дита из Канады. Всем привет, люблю, целую. Увидимся в следующем видео. Пока, бай.